Нас сегодня посетили наши северные товарищи из Республики Карелия. Карельский пролетариат тоже боролся вместе с пролетариями питерскими за неспровержение монархии. Я с удовольствием передаю микрофон представителю партии Родфронт Республика Карелия Александру Степанову. Здравствуйте, товарищи. Действительно, многие наши отходники рабочие Салонинской губернии тогда в событиях февраля 2017 года принимали участие. Я передаю просто привет от всех карельских коммунистов. Я думаю, что, конечно, полной аналогии с теми событиями не провести, но, тем не менее, аналогий достаточно много. Есть у нас и зачатки самодержавия, есть у нас и трусливая, абсолютно лживая либеральная оппозиция. Есть и трусливая Госдума, где вот у нас, например, уже больше года самый умеренный для пробы принятый законопроект Родфронта и независимых профсоюзов о обязательной индексации заработной платы томится, и никто его не хочет рассматривать, они даже боятся его рассматривать. Я думаю, что, может быть, это одно из самых главных, чтобы нас было больше. Уроки февраля говорят о том, что нужно левым коммунистам работать со своей социальной базой. Когда такая работа будет, тогда будет и победа, тогда будет и повторение того, что было. С праздником! Спасибо! Родфронт! Родфронт!